идущий на профит, приветствую тебя, привет, друзья, дамы и господа, рад вас их видеть, лайки, подписочки, колокольчики, конечно же, нажимаем, дожимаем, прожимаем, начинаем, сегодня 9 июня, давайте смотреть, что у нас по биткоину и криптовалютам. Ну, в общем, пока все в рамках того, что это все похоже на движняк мая 2021 года, идентичная картина. Большой вариант продолжения небольшого роста. Куда-нибудь на 0.25, на 0.618, куда-нибудь на 28.200. Я думаю, что мы можем спокойно вырасти с текущих отметок. И это все продлится достаточно долгое время. То есть, если сравнивать, там, сколько эта формация была у нас, 16 дней тогда. То есть, ну, если представить, то эта форма у нас тоже может растянуться. Даже пробовал вчера брать лонг, но быстро закрыл. И, в общем-то, не зря, думаю. Сейчас на Binance посмотрю. Заполнено 26.392. А закрыт лонг 26.665. Так, 392. Ну, короче, вот эту свечку, по сути, торганул. Суть какая была? Развивали тренд. Лой повышающихся лоев. Чаще всего после этих лоев следует памп, то есть тупо вообще ставить куда-нибудь сюда стоп и ловить памп. Можно было, конечно, просидеть и досидеть до сих пор, но сразу после пампа я закрыл, не хочу держать я никаких среднесрочных сделок, потому что, ну, кроме шорта, конечно же, потому что тут непонятен мне тренд, непонятен движ. Вроде как все на большом таймфрейме, особенно по альтам, очень-очень-очень плохо. Но локально по биткоину продавец не давит. Выглядит все под попытку возобновления, опять же, покупок. И для хорошего лонга тоже вариантиков. Ну вот, здесь бы получился 25-800 хороший лонг, но я не думаю, что дадут отсюда. В общем, пока догадка такая. 28-500 могут сделать в эти дни. Шорт я все-таки часть фиксанул. 30%. Если придем куда-то сюда, буду доливать. Ставки финансирования позволяют нам расти. В принципе, альты не такие уж и горячие, кроме некоторых. Ниже среднего биток. Ратио тоже спокойное. На этих отметках можем прорасти. Снова полтинник сделать. Потом от полтинника, если отклонимся на 5, снова на 60, там уже будет явное подтверждение шорта. Ну, короче, вся эта тема похожа надолго. Флет. Так, давайте почитаем комментарии. Благодарю за прогноз 8 июня. Отличный, а главное, очень индивидуальный разбор. Запиши обучалки по теханализу. А кто мне за них заплатит бабло? Обучалки по теханализу. Как раз размышлял сейчас, что будет какой-то запил, чтобы лонгусты успели набраться перед положением шортов. Привет, Гэмблер, спасибо за обзор. До какого уровня будешь держать свой шорт позицию по битку? Ну, у меня основной шорт на битме, а именно шорт битка, шорт BNB. И, по-моему, все, у меня больше... Погоди, а что у меня еще на битме? У меня еще какой-то, у меня три позиции на битке. Короче, у меня всего шортов с третьим плечом ко всей позиции. Я, наверное, ставлю уже один к одному, то есть 50 на 50. То, что это может сейчас без убыток отлететь на 29-200, и это может действительно дать прибыль. Понятное дело, что либо без убыток, либо прибыль. Ну, с учетом того, что я уже часть фиксанул, прибыль уже есть зафиксирована. Ну, тут опять же очень слабая зона, вот это вот 23 800, 20 000, очень слабая зона, поэтому легко можем сюда. Часть, конечно, оставлю на падение до 17 000, и еще часть перелой будет. Но опять же, блин, это так все долго длится. Тоже рекомендовать такие тейки, там фондирование уже, ну, то отжирает, то прибавляет, то ноль. Не знаю, как будет дальше. Так что вот так вот. Братишка, благодарю за тебя за труд. Смотрю каждый обзор. Да прибудет с тобой силы. Я мастер по ремонту комп-техники. Иногда торгую криптой. Будет необходимость, обращайся. Мне нужен этот... питон-разработчик. Есть питон-разработчики в здании? Есть идея криптовалютного сервиса. Так, никто не знает. Никто не знает, что будет с битком и рингом. Это примерное видение. Запомните, никто не знает, никто. Релакс. Вот такое вот сообщение я ставил.
Так, иногда я пытаюсь понять ММА, играю в игру, предполагаю худшее, каков худший из мотивов, чтобы уже человек говорить тыры-пыры. Я спрашиваю себя, насколько хорошо тыры-пыры. Мизинец, игра престолов. Прикол радио в том, что иногда сносит 70% лонгов, шортов 30%, и ты думаешь, ага, вот в чем смысл. Ну, я говорю, тут не абсолютное значение, тут надо смотреть динамику. Иногда видно, что динамика изменения, например, падение на 10%, она что-то допоказывает. Так, например, 70 лонгов будет там 3 миллиарда, 30% шортов на общую 6 миллиардов. Так там же написано, алло, это общий лонг-шорт ратио. Тут есть топ-трейдеры лонг-шорт ратио и эти лонг-аккаунты. Ты говоришь про аккаунты сейчас. Так, Камара топ, согласен. Все, лайки, подписочки, колокольчики. До новых встреч, да пребудет с вами прибыль. Всем пока-пока.